сегодня моя рефлексия. У меня был, короче, запрос, я все время же запросил, почему я полнею, почему я все время кушаю. И вот эта внутренняя борьба у меня, можно сказать, убивала. Вот эта внутренняя борьба, вот эта бойня, да, все время чувство вины, все время сожаления. А ведь желание есть кушать, есть эти желания, да. И как-то сама себе сомневалась. Вчера Сергей Долматов слушал, 3 часа я его слушал, да, вот как началась вечер до ночи, еще Альфия даже проснулась, говорит, ты что, еще до сих пор слушаешь? Я говорю, да, слушаю. И там такой вариант такой, короче, Сергей Долматов начал говорить про живот, свой живот. И до меня дошло. Оказывается, мы то, что работаем со своим сознанием, у нас уже наша микрофлора почистилась, у нас уже, ну, как бы, та пища, которая к нам заходит, она уже не перерабатывается, как говорится, надо, да? Как у нормальных типа людей, в кавычках нормальных, этих трехмерных реальностей людей, у них там переваривается, а у нас уже не переваривается. Я иногда думала, вот я, например, мы сидим на фе, на диете, допустим, пост у нас был, не худеем вообще. Как бы можно сказать, мы из воздуха, полнеем из воздуха. И до меня доходит, микрофлоры тоже уже нету, а еда-то как бы поступает, пища, и откладывается, допустим, в нашем как бы, тело, материю. Второе. Мы очень много работаем с людьми, короче, да. У нас клиенты приходят, с ними мы всегда на одном уровне. Мамка наша в трехмерной реальности живет, да. И как бы, чтобы жить на одном уровне с ними, да, как бы существовать, не существовать, а жить на одном уровне, нам приходится, мне приходится себя утяжелять, идти на низкие как бы, вибрации. Я сама себя же утяжеляю. И у меня желание, из-за этого и появляется желание поесть что-то, мясо там, допустим, булочки там, блин, да, чтобы сама себя утяжелить и пойти на низ вибрации, на низкие вибрации, с людьми общаться, на одном уровне с людьми быть, с теми, которые низковибрационные. Вот, я сама себя понижаю таким способом. Из-за этого у меня желание появляется. Я все себя ругала за то, что почему мне все время желание жрать. Мне ответ короче, пришел. И вот. И теперь я осознаю, что... мне просто надо принять себя вот такой, да? Или чего-то это хорошо. А до этого, до этой ситуации, мы разбирались с Дилярой. И во внутреннем диалоге она меня, Диляр, провела, короче. У нее, кстати, талант у Диляры наша. Внутренний диалог открывать, да? И я как бы вместе с ней в сотворчестве, я провела внутренний диалог, и у меня ответы пришли. Утяжеляю. Вот после этого диалога у меня с ней... Через какое-то время появился Сергей Долматов и говорит про этот толстый живот и про еду, как мы себя наполняем. Я такая за Гиру спрашиваю, а почему тогда, в смысле, в этот момент появляется, допустим, хотел сказать, что у меня был запрос перед этим. Я же все время в вопросе, почему я такая толстая, почему у меня все время вот этот неукротимый жор, как говорится, да? Ну, не жор, я много не ем. По сути, ну просто у меня желание рождается покушать что-то, это. Я и Сергей Долматов сотворили себя по моему запросу, короче, вот что мне ответ пришел. Вот после этого эфира с Сергеем Долматовым у меня все стало на свои места, у меня вот внутренняя борьба прекратилась, я увидела всю картину целиком, как это все происходит. Оказывается, я сама себя загоняю все для того, чтобы утяжелиться, для того, чтобы... людей приводить к Богу, рассказывать. Да, я приземляюсь и на их уровне рассказываю. А как я еще могла? Потому что вот я вижу все время, что Сергея Долматова не понимают. Не понимают его люди, вот низковибрационные его люди не понимают. А что для этого нужно сделать? Опуститься до их уровня и вещать им на их же уровне. Вот короче, у меня сегодня. Вот такое облегчение мне сегодня пришло после этого Сергея Долматова. Вот такая трансформация пришла у меня. После Радомира. Благодарю тебя, Господи. Благодарю, что вот эту борьбу, внутренняя борьба просто прекратилась. Все. Прекратилась внутренняя борьба.